Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Алекс Литвинов, и сегодня мы получили один интересный комментарий от пользователя Шамка. Он написал, что ссылка для загрузки программы AirShell не работает. Да, он был прав, но мы постарались и нашли решение этой проблемы. Поехали! Для установки AirShell нам понадобится iPhone Box, скачать который вы можете, пройдя по ссылке в описании. Я ее уже скопировал, и сейчас я перейду по ней. Здесь вам надо будет скачать файл .exe, если у вас Windows, или .dmg, если у вас Mac или Apple продукция. У меня Windows, поэтому я скачиваю .exe файл. Когда она скачала, вам нужно будет просто нажать, чтобы ее установить. Я ее устанавливать не буду, так как она у меня уже установлена. После того, как вы произвели установку iPhone Box, вам нужно будет пройти по второй ссылке в моем описании. Здесь вам надо будет скачать файл AirShell, который в формате IPA. Нажимаем «Обычная загрузка». Вам надо будет подождать 5 секунд. Подтвердить, что вы не робот. И нажать кнопку «Продолжить». Теперь вы можете скачать файл. Как вы видите, загрузка файла пошла. И нам надо будет чуть-чуть подождать. Кстати, я советую вам использовать Google Chrome, так как я не уверен, будет ли это работать в других браузерах. Для меня это работает в Google Chrome. После завершения скачивания этого IPA-файла вам просто надо будет перенести его на рабочий стол. Теперь нам нужно будет открыть iPhone Box. Открываем его и подключаем девайс. В моем случае это iPhone 5s. И как вы можете видеть, у меня здесь стоит только одно приложение, shell.tv, и нету второго. Сейчас вы увидите, как появится второе приложение, AirShell. Подключаем девайс. Закрываем. У меня выскакивает iTunes. Я его тоже закрою, чтобы он не путался под ногами. Итак, после подключения нажимаем File Browser. И нажимаем, вот здесь такая кнопочка будет, User Applications. Нажимаем ее. И нажимаем Install App в скобочках IPA. Нажимаем ее, и откроется такое окошечко. И здесь вам надо будет выбрать файл, который вы хотите установить. В моем случае это AirShell. Нажимаю два раза на него, происходит установка, и здесь сейчас появится второе приложение. Как вы видите, оно появилось. Закрываем, отключаем. Теперь я могу зайти в него. Она ей опять не доверяет, для этого нам надо будет зайти в наши настройки, в основные, и в управление устройствами. Здесь вы увидите Wise Technologies. Нажимаете ее и нажимаете «Доверять Wise Technologies». Еще раз подтверждаем. Выходим отсюда. Открываем наш AirShell. Входим. Она нас перекидывает во второе приложение, как и раньше. Нажимаем «Ок». Здесь мы можем нажимать «Запись». И все как раньше. Я надеюсь, вам помогло это видео, и вы смогли установить программу AirShell. Если же у вас есть какие-нибудь вопросы, пишите их в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайк. До встречи на нашем канале!